Всем привет! Итак, мы прибыли в Вашингтон и заселились уже в отель. И давайте я сейчас сделаю обзор на этот отель. В этом номере две комнаты. Одна вот находится прямо при входе. Это диван, который раскладывается. Можно двоих человек положить на него. Также предлагаются запасные подушки, одеяло и плед. Также есть подушечка. Не подушечка, такая придиванная подушка, которую можно положить что хотите, фонарик, картина, еще один фонарик и вот такое мягкое кресло. Ну, самый первый здесь, наверное, фаворит — это кухня, то есть вы можете приготовить что-нибудь вкусное. Здесь предлагается плита, раковина, и вот мы сейчас готовим кофе, потому что оказалось, на завтраке кофе не вкусным. И также посудомоечная машина. Так, кстати, по поводу кухонных принадлежностей, здесь все есть. Ложки, вилки, ножи, здесь все есть. Также полотенце, сковородка. Здесь как бы очиститель мусора, зубочистки такие. Вот микроволновка, довольно большая, чистая. Также шкафчики. По поводу тарелок и чашек, не волнуйтесь, здесь все есть. Так что можно приготовить что-нибудь вкусненькое. Также, по-моему, тостер есть. Да, тостер есть. Так, атрибут — холодильник. Вы можете сходить в магазин, купить мороженого, пельмени, сосиски. Вот мы взяли на завтраке йогурты. Вот такие класснющие, очень вкусные, кстати. Апельсинчики, витамин С и 4 яблока. Так что вот так картина. И здесь предлагается еще стол, телефон, розетки, все это есть. И такой поднос, вы можете взять его на завтрак, отнести, набрать себе то, что вы хотите. В основном на завтраке была каша, мюсли, овсяные хлопья, кофе, сосиски, омлет и какие-то картофельные котлетки. Так, в этой комнате два телевизора. Вот первый телевизор. Здесь есть впереди такие шкафчики. Так что, так. И также вот я уже говорила, то, что здесь есть две комнаты. Они закрываются дверью. Вот. Такое необычное тут растение есть. Так, ну и входим. Здесь стоят два диванчика. Можно расположиться на них. Картина — это обязательный атрибут. Но светильник — такой вентилятор. Темные занавески. Телевизор. Шкафчики. Вон, Андрюха идет. А я тебя фотографирую буду. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Так, это наши. Самое главное, что наши окна выходят на соседнее здание. Вид, конечно, шикарный. Вон. Еще одна сайте. Так что, ну ладно, мы не завидом из окна приехали, мы смотреть город приехали. Также здесь есть раковина, которая не преграждается дверью. Вот, подходим к ней. Здесь есть фен, розетки, выключатели. Это наши прибамбасы всякие для того, чтобы чистить зубы. И также делать красоту. Так, это у нас лосьон, который косметически предлагался. К составу косметики — это мыло, две салфетки, плюс очистительная салфетка от макияжа. Так, это наши прибамбасы. Вот я взяла, что взяла. И также вот такая. Дезодорант. И вот ежевичная туалетная бумага. Ой, ежевичная туалетная вода. Так, расческа. Раковина довольно глубокая, так что можно помыться, умыться. Вот так. Картина. Ну, куда же без туалета с ванной? Здесь, конечно, тоже она предлагается. Туалет, ванная. Душ не такой, как был в Нью-Йорке, но, с другой стороны, мы уже к нему привыкли. Мыло. И также он неглубокая ванна. Также в этом номере предлагается шкаф. Здесь лежит утюг.
Здесь наверху лежали запасные подушки. Также здесь одежда, которая... Мы взяли с собой, потому что мы были в Нью-Йорке, а там холодно, плюс тут есть вешалки, есть доска, на которой можно гладить, тут утюг, как я уже сказала. А также предлагается сейф, он в самом внизу. Так, так. И также есть полочки, куда можно положить одежду. Ну и вот такая штучка для чемоданов. Кстати, на двери есть табличка. Все, на этом я заканчиваю свой обзор на отель. Спасибо. Всем привет! Хотела снять обзор на отель, где мы жили. Но в скором времени мы отсюда уезжаем в Вашингтон. Итак, здесь что есть? Большое обзорное зеркало. Здесь можно снимать аутфиты или просто смотреться. Так.